Всем привет! Сегодня я решила опять снять влог, как-то себя приучить снимать их. Даже как-то в домашних условиях, конечно, легче снимать, но на улице все-таки надо себя приучать, чтобы камеру как-то держать. Я хожу с фотоаппаратом. Вот такой у меня зелененький футлярчик. Фирма Ахама. Sony. Номер этого фотоаппарата. Первое видео я снимала на него, потому что пока у меня не было камеры. Потом я поняла, что мне нужна камера, и этим фотоаппаратом я снимаю только на улице. Так, часик вот такой. Обычный фотоаппарат. Такой маленький, я снимаю им на улице, потому что ходить с камерой невозможно, не спалиться. В общем, с камерой я приму за такую. Итак, что я хотела вам сказать в этом влоге. Сейчас я, кстати, сняла видео. Сколько я видео сняла? По-моему, 3 видео подряд сняла. Сняла, кстати, еще обзор на тени Sleek Lagoon, которые я уже переснимала 2 раза. Сейчас еще покажу вам цвета тут. Думаю, что влог выйдет гораздо раньше, чем этот обзор. У меня штаны испачкались, потому что вот этот черный цвет, он как-то я тут... Хоть стирала, хоть не стирала, у меня все запачкалось. Штатив у меня стоит. Косметика. Вот это коробки мои, сайты Beauty Home. У меня все в коробках, никак не могу разобрать. Сейчас буду снимать макияж вот этой смывкой от NYX. Очень мне она нравится. Такая после нее глазки масляные, правда, но все равно. Покажу одну вещь, это масло шиповника. Я слышала, что многие снимают макияж маслами. Думаю, что, может быть, даже сегодня я этой смывкой не буду пользоваться, а попробую, как же можно снять макияж маслом. Я специально выбрала такое масло шиповника, потому что оно с витамином С, витаминно-антиоксидантный комплекс. Это фирма Аспера. Очень солнце светит, сегодня прям день, так и подобает снимать видео. Кстати, наносила тени я на базовую NYX, которую тоже показываю. Может быть... А, нет, вы еще не видели это видео. Пока очень люблю кофе. Не знаю даже какое. Мне без разницы, какой кофе пить. Главное, что утром я пью кофе, а потом уже могу пить зеленый чай. Это тушь Avon Volume. Кстати, хорошая, неплохая тушь. Если ей... чуть касаться ресничек и их прокрашивать, то можно получить даже натуральный эффект, и никто не заметит, что у вас на глазах тут. Вот такая кисточка у этой туши, как вы видите, она не силиконовая, по-моему, может быть и силиконовая, но сделана по такие ворсинки. Такой от нее эффект. Думаю, о, кстати, сегодня первый день моих каникул, официально так сказать, потому что практика закончилась вчера, и сегодня я отдыхаю и сразу взялась за съемку видео. Ну, кстати, я еще скачиваю фильмы, чтобы, когда я поеду к бабушке, там интернета нету, не будет Wi-Fi, и я сейчас скачиваю фильмы, и сейчас покажу вам, на какую программу, на Play Market. Смотрите, например, мы ищем какой-нибудь фильм. Я уже, кстати, много фильмов скачала. Вот цвет, такие красненькие цветочки в стиле сакуры. Мне она понравилась, конечно же, я не могла ее не купить. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я уже окончательно с вами прощаюсь. До новых встреч и пока-пока.